пожаловать на Кашиик. Благодаря данным, которые вы получили на десантном корабле, отношения между Республикой и Вуки заметно наладились. Нас попросили помочь разыскать их вождя, Вуки по имени Тарфу. Все эти годы он сражался с работорговцами. 2 дня назад, во время одного из его дозоров, на него напали. Вуки посчитали его погибшим. Тем не менее, недавно мы взломали трандашанское сообщение, в котором указывалось, что Тарфу в плену. Имейте в виду, что это скрытая операция. Он все еще жив и находится в лагере работорговцев, здесь, на Кашиике. По крайней мере, у вас будет элемент неожиданности. Удачи вам! Лагерь Трандашан находится в нескольких сотнях метров южнее. У нас нет данных о системе защиты в лагере, так что будьте крайне осторожны. Надеюсь, просто так они не сдадутся. Разговорчики, седьмой. Уничтожьте их по-тихому, Дельта. Занимаю позицию. Впереди ящерица, сэр. Уже иду. На позиции. Противник уничтожен, сэр. Сосредоточиться. Один убийца. Эффектно вышло, командос. Правило 23. Никогда не отправляйся на службу на пустой желудок. Вперед, вперед! Применить тактический огонь, сэр. Лагерь работорговцев обнаружен. Перехожу в укрытие. Впереди ящерицы. Седьмой готов к стрельбе. Не подпускайте их к этой двери. Ракетные турели. Оружие готово. Используем эту турель в благих целях. Сажусь в турель. Дельта, турель наша. Отряд Дельта, я засек множество признаков жизни, сходящихся к вашему месту. А вот и они. Укрытие. Все по инструкции. Продвигаемся дальше. Как всегда, неожиданно. Перехожу на позицию. На позиции. Враг устроен. Что-то их многовато. У нас нет другого выхода. Приготовиться, отряд Дельта. Ищу укрытие. Проклятие! Наш путь к отступлению отрезан. Они на мостиках. Нам здесь не продержаться. Бегом к двери. Не выйдет, босс, это ловушка. Советник, мы попали в западню. Не теряйте голову, Дельта. Рядом с вами есть люк технического туннеля. Найдите его и подорвите. Я нашел люк. Да уж, на парадный вход это не похоже. Куда ведет этот туннель? Какая разница, лишь бы подальше отсюда. Сейчас скажу. Он ведет посадочную часть. Подорвите его и выбирайтесь оттуда. Люблю свою работу. Это 62 получает помощь. Сию секунду. Помогаю запал. Я как новенький, сэр. Укрытие, Дельта! Вперед! Мы дошли до посадочной площадки. Я отсылаю вам координаты. Отлично! Зачистите посадочную площадку и продвигайтесь дальше в лагерь. Что? Это не я! Наемники! Дельта, если попасть под этот прожектор, то автоматически включится сигнал тревоги. Отряд, держитесь подальше от прожектора. Прожектор уничтожен. На тебе, на закуску. Все
ящериц. Еще один убит. Отсюда вам необходимо войти через главный вход лагеря. Дверь заблокирована. Дельта 38, в этих стенах полно уязвимых мест. Найдите одно из них и подорвите. Ремесленники с них никакущие, согласны? Отряд, ищите путь дальше. На вид эта стена не такая уже и прочная. Снесем-ка ее. В этом деле лучше. Заряд готовься. Осторожно, мусорщики. Отходим, Дельта. Ну что ж, теперь они знают, что мы здесь. Мне нужна помощь. Продвигаемся дальше. Они на мостиках. Командир, вы попали. Дельта-лидер, трандаша не удерживают пуки в здании с антенной на крыше. Давайте возьмем туда и спасем парочку пуки. Оказывают помощь Дельта 62. Наемник. Ой, чувствую, утром мне будет нехорошо. Я всегда восхищался арбалетами Вуки. Изящность и огневая мощь в одном оружии. Разбейте прожектор! Неопознанный корабль, садящийся рядом с вами. Поднимитесь на вышку и рассмотрите его. Да как же их прикончить? Хватит хромать. Иди, прими бакту, солдат. Направляюсь туда. Впереди ящерицы. Боеприпасы закончились. Работорговцы! Отлично стреляете, босс. Начать процедуры с бакты, Дельта. Уже иду, лидер отряда. Ах, так-то много лучше. Состояние удовлетворительное. Бакту применил. Неопознанный корабль сейчас прямо над вами. Дельта-лидер, передайте мне изображение этого давайте корабля. Давайте уничтожим это препятствие. Советник, я отсылаю вам данные с изображением корабля. Вы его узнаете? Это корабль генерала Клибуса. Военачальник армии дроидов? Что он забыл на кошельке? Отходим, Дельта. Найдите центр удержания рабов. Дельта-лидер, это центр удержания рабов. Дарфуд должен быть здесь. Вперед! Уничтожить их, Дельта. Есть, сэр. Наемник. Запал на позиции. Это тебе за Дельта 23 или Дельта 32? Люблю свою работу. Осторожно! Ложись! Приближается граната! Наем бродит! Этот мертв! Отлично, стреляйте, босс! Здесь есть живой. Вам нужно вывести его отсюда. Держись, великан. Мы поможем тебе выбраться отсюда. Закрыть эту камеру. Наемники нападают с флангов. Спасено одного Вуки. Мы не можем пройти через дверь. Они ее заблокировали. Наш дружок, кажется, немного не в себе, босс. Но я бы не сказал, что немного. Это его личное. Рандашанина ликвидирован. Работорговцы! Oh.
Атакуйте, Дельта! Задание выполнено. Красиво получилось. Стань там, Дельта. Осторожно, это ловушка! Дельта, встречал! Круто, сэр! Трандашанин, ты! В чем дело? Хватит громать. Иди, прими бахту, солдат. Уже лечусь, сэр. Хватит громать. Иди, прими бахту, солдат. Уже иду. Теперь мне намного лучше. Лучше бахты нет ничего. Найден еще один выживший. Такой же большой. Это Тарфул? Давайте его выведем отсюда. Это не Тарфул. Он сказал, что Тарфула убили несколько минут назад. Спасено двоих, Вуки. Ладно, дружок, найди себе какое-нибудь оружие. Дверь забаррикадирована, я не смогу сдвинуть преграду. Уверен, что Вуки сможет. Видишь, я же тебе говорил. Благодарю за помощь, Пенец. Куда он пошел? Проклятие, он направился прямо под прожектор. Что он сказал? Потом, отряд Дельта. Теперь все внимание на Тарфула. Приготовьтесь к сражению, Дельта, когда вышка кишит работорговцами. Проверено, вышка полна трандашан. Что за шум? Рассредоточиться впереди. Дельта, корабль Гривуса готовится ко взлету. Возвращайтесь на посадочную площадку как можно быстрее. Советую пойти коротким путем. Что? Через гнездо трандашан. Это не я. Поторопитесь, иначе будет слишком поздно. Молодина, вот. Смотрите, фейерверк. Попал. Впереди ящерицы. Отряд Дельта, уничтожили их отсюда. Перехожу на позицию. На вышке чешуйчатый. Как всегда готов, сэр. Всех на вышку. Команда, берите работорговцы. Мы попали в самое гнездо. Сможем их обмануть, им конец. Подлечись, Дельта. Уже лечусь, сэр. Жду ваших приказаний. Состояние удовлетворительное. Когда они мертвые, то еще страшнее. Продолжайте движение, Дельта. Тарфул должен быть где-то здесь. Ух, чем это маняет? Сломайте эту дверь, Дельта. Дельта на 7 перезаряжается. Что за шум? Судя по звуку с той стороны, Вуки показывают им свой норов. Это Брюс. Надеюсь, Тарфулу повезло больше. Отряд Дельта, у вас новое задание. Вы должны проверить, действительно ли Гривус находится на кошельке. Это крайне важно. Вы его видите возле корабля. Найдите какое-нибудь окно. Нам необходимо подтверждение. Прикончен. Меткое попадание. Вижу посадочную площадку. Так точно, это генерал Гривус. Кто-кто? Проклятье! Нас обнаружили, уходим отсюда, живо! Впереди вражеские. Проклятье, что это было?
Ложись! Это не лучший способ остаться незамеченными. Работорговцы! Хорошо, выполнил на 338. Там Тарфу! Куда они его повели? Вероятно, Гривус хочет его допросить. Наемники! Перезаряжайся. Любишь летать, люби и падать. Укрытие, Дельта! Задание выполнено. Провести штурм этой двери. Безусловно, сэр. Детонатор установлен. Всем назад. Ну же, мы еще можем его убрать. Слишком поздно. А это что за штуковины? Она видит не такие крепкие. Хранитель Гримуса, он очень крепкий. Они за Тарфула. У Тарфула есть информация, которая жизненно необходима для республики. Правильно, он должен выжить, это крайне сами. Важно. Будет проще, если он чуть-чуть отойдет назад. Не советую спорить звуки, Дельта 38. Знаю, всегда удастся уверять в том, что они вертвы, а разбит в двух кипятах. Уберите вот это! Шамский лагерь — это только начало. Здесь творится что-то намного больше, чем нам известно. Я обрабатываю наши текущие досье на Гримуса. Здесь полно информации. Дельта, то, что вы сделали, просто превосходно. Штаб обязательно это оценит. Иду в укрытие. Должно быть, их что-то напугало. Осторожно, там шамский дозор! Уничтожить их! Еще один трандажанин убит. Один есть, команда. Отлично, сэр. Цель устранена. Очень похоже на оборонную систему трандажанского лагеря. Либо вуки таким образом охраняют природу. Сэр, трандажане разбили здесь лагерь. Контактная мина. Я вас понял. Продолжайте разведку. Перезаряжаюсь. Обезвредить мину. Пожелайте мне удачи. Она сейчас взорвется, отойдите назад. Гранаты в укрытие. Работорговцы атакуют. Убейте их. Обезумевшие, они пошли по собственным минным полям. Они либо тупые, либо сумасшедшие. Работорговцы. Нас ждут проблемы с
строится для наступления. Построиться! Мы прикрываем вас, Дельта 38. Занять эту позицию! Построиться для наступления! Вас понял. Сохранять эту позицию. Вас понял. Обезвредить мину. Есть, сэр. Почти готово. Построиться для наступления. Вас понял. Смотреть участок. Здесь, yes, сэр. Построиться для наступления. Вас понял. Смотреть участок. Вас понял. Построиться для наступления. Вас понял. Засечены дроиды конфедерации. Траншеи. Тарандашане серьезно подготовились. Это плохо. Дроиды? Они что здесь делают? Дроид федерации уничтожен. Красиво получилось. Отстроиться для наступления. Господи. Это на всем перезаряжается. Отряд Дельта, уничтожим их отсюда. Подготавливая оружие. У нас тут проблемы, команда. Дельта 32. Обезумевшие. Что-то великовато для лагеря, сэр. Кто-нибудь сядет в туре. Слушай, сэр. Перезаряжать. Прекратить снайперские маневры, командос. Сэр, мы обезвредили трандашанскую защиту периметра. Отличная работа, Дельта. Проникните внутрь и узнайте, что это за лагерь. Отходим, Дельта! Люблю этот звук. Еще это укрытие. Похоже на трандашанский лагерь, но его охраняют дроиды. Продолжайте разведку лагеря. Вперед!
Это место кишит дроидами. Я не займусь. Похоже, в этих контейнерах поставки сепаратистов. Сзади вас, Дельта-38. Дельта-40 ранен. Дельта, в укрытие! Мы их уничтожим, отряд Дельта! Держитесь, Дельта! Сканеры засекли противников по вашему направлению. Приготовьтесь к жесткому контакту. Ложись! Помогите своему отряду, Дельта-лидер! Отходим, Дельта! Живо! Есть, сэр. Уже иду. Теперь мне намного лучше. Ох, как хорошо. То, что доктор прописал. Прими бакту, командос. Применяю бакту, сэр. Это 40 полностью готов. Дельта 40 выздоровел. Можешь принять бакту, Дельта. Есть, сэр! Правило 39. Никогда не отказывать от бакты. Выполнить процедуру разрушения, Дельта. Ставлю заряд. Прикройте меня. Почти готово, сэр. Заряд заложен, сэр. В укрытие, Дельта! Задание выполнено. Ракетомет Вуки. Железяки! Эта штука в два раза больше меня. Не стойте там, куда ее направляют. Это распределитель дроидов. Хорошая работа, командир. Закройте ее сюда, взрывчатку, Дельта. Я этим займусь. Веткое попадание. Прикройте меня. Как там? Красный, красный, зеленый, красный, зеленый, красный. Взрывчатка установлена. Назад. Перезаряжаюсь. Красиво. Снова поставки сепаратистов. Один раз это случайность, два тенденция. Правило 89, босс. Сэр, думаю, мы забрели на базу снабжения сепаратистов. В этот раз попытайте нас уничтожить. Должно быть, ее используют как место подготовки к захвату Кашиика. Вас понял, Дельта-38. Мы начали сканирование лагеря. Тем временем, любыми возможными средствами подорвите их деятельность. Наемники. Назад! Отлично. Взрывчатка заложена, Дельта-38. Взрывать, когда будете готовы, сэр. Осторожно! Укрытие, Дельта! Люблю этот звук. Дельта-40 ранен. Помогите ему хоть кто-нибудь. Люблю этот звук. Уже иду, лидер отряда. Осторожно! Бакта творит чудеса. Убейте того, который на вышке. Хватит хромать. Иди, прими бакту, солдат. Применяю бакту, сэр. Осмотреть участок. Бакту применил. Подведись, Дельта. Дельта-40 направляется в укрытие. Ах, да
так намного лучше. Построиться для наступления. Вас понял. Шеф, не промажет. Отличный выстрел. Наемники! Перезаряжаюсь. Осторожно, это минное поле активировано. Взломщик, тот дроид управляет состоянием минного поля. Почти закончил. Заряд установлен и готов к использованию. Хорошая работа, Дэвид. Мины были включены. Это дроид разрушил. Доберитесь до пленаря управления, включите их. Сюрприз. Минное поле активировано. Тупые дроиды. Можешь принять факту Дельта. Направляюсь туда. То, что надо. Еще один убит. Занять эту позицию. Здесь, сэр. Строится для наступления. Есть, сэр. Замечена техника Федерации. Они вызвали подкрепление. Уничтожьте эту посадочную площадку. Оказывается, у базы есть еще один уровень. Смотрите, фейерверк! Сканеры обнаружили поблизости несколько кораблей. На базе должна быть еще одна посадочная площадка. Выведите базу из строя раз и навсегда. В кратчайшее время мы обеспечим вам поддержку с воздуха. Вы слышали? Уничтожить эту базу. Хорошая работа, Дельта 308. Разбит в пух и прах. Меткое попадание. Отходим, Дельта. Люблю этот звук. Вперед, вперед! Начать процедуру звука, Дельта. Это место имеет гораздо большее значение, чем просто трандашанская база снабжения. В этом явно замешаны сепаратисты. Уничтожьте ракетную турель! Попахнуться? Нет! Попробуйте зайти с фланга! Этот наемник не смог попасть под корабля. Приступить к снайперскому маневру, Дельта. Перехожу на позицию. Граната! Седьмой канал стрельбе. Оставить позицию, Дельта. Нужен огонь турели, Дельта. Я уже думал, что вы никогда этого не прикончите, сэр. Прекратить выполнение маневра, Дельта. Спасибо.
Отвлечись, Дельта. Применяю бакту. От этого места у меня мурашки по коже. Дельта, выстроиться. Как запал. Нет ничего лучше, чем охота в джунглях. Сидишь в кустах, видишь плазму заряда во вражеский череп. Ах, вот это я понимаю, жизнь. Да уж, теперь у меня от седьмого мурашки по коже. Советник, я думаю, что сепаратисты используют эту базу как место подготовки к нападению на Буки. Вас понял. Я предупрежу штаб. Чуть-чуть. Бабах, и тебя нет. Зачатка заложена, отряд. Отходим, Дельта. Хорошо, выполнено, 338. Задание выполнено. На позиции. Спускается вражеское подкрепление. Остерегайтесь атаки с воздуха. Думаете, этого достаточно? Ящерица умеет летать. Прими бабку, командос. Уже лечусь, сэр. Так это делало свое дело. Это аудиопомехи. Еще один убит. Отслеживается шум. Засечены дроиды конфедерации. Вижу дроида-паука. Похоже, мы здесь конкретно умерли. Этот ползет, словно кунганский ленивец. Сэр, может нам свалить на дроида-паука этот контейнер? Хорошая идея, взломщик. Найди панель управления этим краном. Панель управления краном находится возле тех контейнеров, сэр. Вы, наверное, шутите. Распределители дроидов. Их нужно уничтожить. Ну что ж, время пришло. Так, держи. Вовремя прилетел. Дельта, смываемся отсюда. Вам предстоит еще много работы, Дельта. Сепаратисты пытаются захватить Кашиик, но мы должны это пресечь. Сепаратисты приземлились и начинают развертывание войск. Ваш отряд должен добраться до самого уязвимого места на этом мосту. Узкого пролета по центру и уничтожить его. Это отрежет путь сепаратистов к территории Вуки. Поторопитесь, если сепаратисты прибудут на это место раньше вас, то значительно усложнят вам работу. Вас понял. Вуки не так уж много, но они постараются нам помочь. Они заперли грузовые отсеки. Мы сможем их открыть? Никак нет. Они их заперли, чтобы удержать противника. Ищите обходной путь. Если мы заблокируем главную дорогу, то заставим сепаратистов вступить с нами в бой там, где мы больше всего к этому готовы. Противник проломал преграду. Да уж, Вуки не мешало бы научиться. Командир, советую вам бросить пару термических гранат в этот пролом. Образовавшийся обвал должен задержать дальнейшее наступление. Ложись! Сейчас рванет! Осторожно, отряд.
стреляем! Седьмой занимает укрытие. Осторожно, отряд! Отличная работа, отряд Дельта! Направляйтесь в рыночный зал и защитите его! Нижний город с главной крепостью. Сам мост соединен по центру небольшим пролетом. Он выполняет роль связующего звена двух частей. Передовые отряды сепаратистов уже добрались до этой части моста и пытаются расчистить дорогу для главных сил вторжения. Как только доберетесь до центрального пролета, установите подрывной заряд в этой точке. Это компенсационный шов между двумя участками. Разрушив мост, вы остановите сепаратистов. Удачи, Дельта! Отряд Дельта, защитите рыночный зал. Вот и шанс прикупить патронташ, о котором я всегда мечтал. Занимаю позицию. Будете в линии огня, Дельта. Этот пришелец убит. На верхнем уровне гранатометчики. Мне нужен заградительный огонь по тем гранатометчикам. Седьмой готов к стрельбе. Прекратить, Дельта! Достать тяжелое орудие, Дельта! Уйдите с линии огня, Дельта! Прекратить, Дельта! Уничтожим Кайха отсюда, Дельта! Занимаю позицию, босс! Можете идти, сэр! Оружие готово! Прекратить выполнение маневра, Дельта! Уже лечусь, сэр! Прекратить выполнение маневра, Дельта! Дельта, бронебойную, живо! Есть, сэр! Хотя такое оружие не игрушка! Как всегда готов, сэр! Так-то сделала свое дело. Используем для стрельбы вот эту позицию. Уже иду. Начать процедуру с Бакта, Дельта. Дельта, лидер! Трандашане прорвались в рыночный зал! А я бы никогда и не догадался. Отряд, заблокируйте эту дыру! Сэр, давайте сбросим эту ветвь с дерева. Это должно их задержать. Трандашанин убит. Давайте срубим эту ветку. Полностью вылечится. Уничтожим-ка их отсюда, Дельта. Есть, сэр. Запала позиция. Хорошая работа, Дельта. Мы потеряли Дельта лидера. Смотрите вперед, Дельта. Хорошая работа, Дельта. Рыночный зал безопасности. Направляйтесь к погрузочной платформе. Мой занимает укрытие. Перезарядка. Зарядка. Может, пойдем, Саш? Вперед! Yeah.
отстроиться для наступления. Есть, сэр. Перезарядка. Стойте! Здесь что-то есть. Дельта, переключить режим визора на ночное видение. Спорим, они и не догадываются, что мы видим в темноте. Подходите к минам, только пригнувшись. Интересно, сможешь ли ты обезвредить ее, не убив нас? Есть, сэр. Она может сорваться, отойдите назад. Еще одна турель, устроим засаду на их засаду. Гражданин убит. Это Соркран, помогите ему хоть кто-нибудь. Ищите уязвимое место для подрыва. Установить подрывной заряд. Сильву спасать лодчика. Выручаю Дельта 40. Выручаю Дельта 40. Нам нужен огонь турели, Дельта. Двигаюсь. Это было просто. Пора идти, сэр. Противник приближается. Так, все принял. Приготовиться к снайперскому маневру, Дельта. Перемещаюсь к указанной позиции. Я бы всю жизнь этим занимался. Я уже думал, что вы никогда этого не предложите, сэр. Бакта. Достать тяжелое орудие, Дельта. Уже иду. Покидает турель. Достать тяжелое орудие, Дельта. Жду гостей, Дельта 38. Дельта 32. Красиво вышло. Ликвидировать, попадание подтверждаю. Дельта, в укрытие. Уже иду. Кто-нибудь сядьте в турель. Я вас понял. Дельта, турель наша. Достать тяжелое орудие, Дельта. Я разорву их на куски. Достал оппозиции. Прими бакту, командос. Применяю бакту. Бакта творит чудеса. Прекратить выполнение маневра, Дельта. Покинуть турель, Дельта. Так точно, иду дальше. Вижу работорговцев, Дельта. Занять бронебойную позицию, Дельта. Перехожу на позицию. Позиция. Я попарю. Перезарядка. Надо Шонин уничтожить. Погрузочная платформа захвачена. Продолжайте движение к центральному пролету и ликвидируйте наступление сепаратистов. Вперед, командос. Yeah.
Прекратить выполнение маневра, Дельта. Вперед, вперед! Если сепаратисты доберутся до центрального пролета раньше вас, то мы потеряем весь город. Наемники, уничтожим их. Все внимание на комнат действия минных датчиков. Нам нужно защитить этот пролет, иначе пехоту ожидает кошмар. Лидер отряда красиво вышла. Кажется, мертв. Обеспечь нам снайперский огонь, командос. Переключаюсь в указанной позиции. Транзишн ликвидирован. Лучше факты нет ничего. Отряд Дельта, уничтожим их отсюда. Занимаю позицию, босс. Я бы всю жизнь... Отряд Дельта, уничтожим их отсюда. Подготавливая оружие. Или Дельта 32? Сброду, добро, собственно. Как всегда, готов сюда. Этот... На месте, Дельта. Это объект вашего задания. Если сможем остановить сепаратистов здесь, то защитим и Каширу. Вам нужно заложить заряд на центральном соединении пролета. И послушайте, отряд. Советую вам, прежде чем подрывать заряд, покинуть пролет. Вперед! Это дроиды! Отряд Дельта, уничтожим их отсюда. Остался миллион. Противники в рукам. Отличная метка. Дельта 38. Доложите ситуацию, Дельта 38. Сильное сопротивление со стороны дроидов. Мы не справимся. Метайте гранаты отсюда, Дельта. Есть, сэр. Так это сделало свое дело. Стой там, Дельта. Уйдите с линии огня, Дельта. Ух! Ух!
ликвидировать. Ложись! Объект ликвидирован. Прекратить выполнение маневра, Дельта. Противник повержен. Дельта, бронебойную, живо! Перехожу на позицию. Оставить позицию, Дельта. Кто-нибудь взять их туда! Перемещайся, Пушкинса! Зона захвачена. Да как же их прикончить? Двигаемся по дате. Турель активирована, Дельта. Прекратить выполнение маневра, Дельта. Так точно, установлю заряд. Прекратить выполнение приказа, Командос. Так точно, сэр. Уничтожите Дельта. Хороший план, сэр. Находите. Назад! Установить подрывной заряд. Посмотрим, справимся ли мы с этим. Прекратить выполнение маневра, Дельта. Так точно, ставлю заряд. Почти закончил. Иду дальше, сэр. Правило 39. Никогда не отказывать от бакты. Начать процедуры с бакты, Дельта. Уже иду. Жду ваших приказаний. Ложись! Мне лучше. Баба. Осечка! Осечка! Кто оставил заряд? Вам нужно найти другой способ подорвать этот мост. У вас есть еще какое-то снаряжение? Видать, с пробойником какие-то проблемы. Простите, босс. Не беда. Под мостом проходит топливопровод. Меткий выстрел сможет его подорвать. Подождите, я сейчас найду подходящую позицию для стрельбы. Теперь я готов. Уничтожите Дельта. Итак, Дельта, попробуйте встать за тем верхним окном справа от двери. Стойте, отряд. Я засек что-то большое, и оно направляется к нам. Только бы не дроид-паук. Мы сможем попасть в них отсюда. Приближаются дроиды. Кто? Это дроид-паук. Противник приближается. А позиция? Занять бронебойную позицию, Дельта. Есть, да. Дельта 62 не способен. Железяки проклятые. Хватит хромать. Иди, прими бахту, солдат. Я уже думал, что вы никогда не сможете. Отлично, проснулся. Вперед, дроиды! Хорошо стрелять, сэр. В этом районе должен быть ракетомет. Попробуйте его найти. Никакая федерация.
укрытие. Вперед. Хорошо, отряд. Теперь, когда центральный пролет взорван и остановлено дальнейшее продвижение сепаратистов, нам нужно закончить дело. Вероятно, вы столкнетесь с тяжелым сопротивлением, так как у сепаратистов было время развернуться в этой части моста. Продвигайтесь дальше в ангар и найдите отряд Вуки. Им нужна ваша помощь. Уничтожим их. Меткое попадание. Мертвый он еще страшнее. Замечены вражеские дроиды. Вы попали. Противник устранен. Ненавижу, когда они так делают. Что-то тихо. Слишком тихо. Будьте настороже. Проклятие, мина! Используем для стрельбы вот эту позицию. Уже иду. Наемники! Оружие на голову. Один дроид меньше. Боеприпасы закончились. В чем дело? Хоть кто-то скажет? Не набрал. Дельта 38. Кажется, дальше вам не пройти. Вам придется искать другой выход. Судя по чертежам, в задней части помещения есть вход в техническую шахту. Достать тяжелое орудие, Дельта. Пора использовать настоящее оружие. Еще не убит. Нет! Штука детей, Дельта 38. Кажется, мы в тупике. Нам нужно расчистить эти контейнеры. Оставить позицию, Дельта. Цели ликвидированы. Уже иду. Уже иду, лидер отряда. Я засек какие-то сигналы. Похоже, вас ждет засада. Бак кто применил? Брандашанские наемники. Дельта, бронебойную, живо! Прекратить выполнение маневра, Дельта. Ложись! Красиво. Слишком много противников. Вы сможете обойти его через техническую шахту. Отличить, Дельта. Я уже думал, что вы никогда этого не сможете. Ликвидировать. Для меня это было просто удовольствие. Вот что мне было нужно. Седьмой занимает укрытие. Дельта, вы находитесь в технической зоне нижних уровней моста. Чтобы попасть в следующий сектор, вам нужно вернуться на верхний уровень. Замечено движение. Приготовить оружие. Дельта 40 направляется в укрытие. Наемники, они в вентиляции! Точности как нас учиться. Они повсюду! Любишь летать, любишь падать. Достать тяжелое орудие, Дельта. Моя любимая, сэр. Обеспечь нам снайперский огонь, команда. Против меня у них нет ни единого шанса. Метко стреляйте, сэр. Живо! Понял, сэр. Бак кто применил?
следы. К Бахте, живо! У меня от этих ящериц мурашки по коже. Да у тебя от всего мурашки по коже. Бакта творит чудеса. Ты, к Бакте, живо! Получаю Бакту. Ах, так намного лучше. Они опять сюда идут! Дельта, бронебойную, живо! Жду гостей, Дельта. Начать процедуры с Бакты, Дельта. Уже иду. Я не знал, что эти ящерицы умеют летать. Команда вылечен. Прекратить, Дельта. Менять снайперскую позицию, Дельта. Перекажем в указанной позиции. Уже иду. Меткое попадание. Можете идти дальше. Нет! Тупая железяка! Нет! В чем дело? Луки кто-то скажет? Луки сказал, что Дарфлот держит сектор 3. Это недалеко от вас. Они не могут попасть к нему. Любая помощь с вашей стороны будет бесценна. Построиться для наступления. Есть, сэр. Надо когда-нибудь это повторить. Дельта, бронебойную, живо! Моя любимая, сэр, транташалин ликвидирован. Не засвини огня, Дельта. Оружие готово. На позиции, оружие на голову. Похоже, впереди еще один склад. Обнаружено множество мишеней. Гранатометчики! Нам нужно их уничтожить. Прекратить, Дельта. Принять снайперскую позицию, Дельта. Перемещаюсь к указанной позиции. Оружие готово. Это точно не ликвидирован. Нас атакуют! Вы не попали, командир. Ты, к Бахте, живо! Понял, сэр. Команда вылечен. Ставить там, Дельта. Есть, сэр. Оставить позицию, Дельта. Отлечись, Дельта. Применяю Бакту. Приказ о Бакте отменяется, Дельта. Дельта на всем ждет. Ты, к Бакте, живо. Уже иду. Есть, сэр. Готов идти, Дельта, лидер. Замечу начальника Федерации. Метки выстрел. Дрозд ликвидирован. Впереди дрозд. Продолжаем движение. Тарфул совсем рядом. Даже у меня не получилось улучшиться. Вперед! Сектор 3 находится прямо перед вами, Дельта. Приготовьтесь к тяжелому сопротивлению. Наемники! Что, Сенса? Любишь летать и падать. Отслеживается шум. Все внимание на дроидов. Нет визуального эффекта. Занимаю позицию. Огонь из тяжелых орудий, Дельта. Уже иду. Дельта, пристал. Дроид ликвидирован.
этот убит. Наемники, уничтожим их. Я засек какие-то сигналы. Это похоже, вас ждет засада. Кажется, ему нужна наша помощь. Вам по-прежнему нужно вывести его оттуда. Попробуйте пройти к нему. Осторожно, граната. Что за кайф отсюда, Дельта? Перемещаюсь на позицию. Осторожно, Дельта. Отвлечись, Дельта. Уже иду, лидер отряда. Понял, сэр. Дельта 40 выстроил. Макта творит чудеса. Замечены дроиды. Наемники спускаются с верхнего окна. Метко стреляйте, сэр. Хорошая работа, Дельта. Стань там, Дельта. Уже иду. Командос. Уже иду. Оружие на голову. Дельта пристава. Назад! Сэр, смотрите! За вами, босс! Thank you.
Назад! Это не лучший способ остаться незамеченным. Как всегда, неожиданно. Это тупик. Противник истреблен. Прими бакту, командос. Есть, сэр. Уже иди. Питайте гранаты отсюда, Дельта. Есть, сэр. Приступите к снайперскому маневру, Дельта. Сейчас я покажу, как надо стрелять. Занимаю позицию, босс. Стойте! Позвольте нам расчистить здесь путь! Первая погрузочная платформа находится впереди вас. Крайне важно, чтобы вы защитили как можно больше боеприпасов. Нам нужно защитить эти контейнеры! Дельта-лидер, я обнаружил сепаратистские взрыв-замки на этих контейнерах с боеприпасами. Вам нужно взломать эти замки, чтобы заполучить содержимое контейнеров. Оставьте позицию, Дельта. Кто-нибудь, сядьте за турель. За турель. Уничтожите Дельта. Попахнуться? Дельта 40 садится за турель. Дельта 62 выбыл. Получает помощь. Уничтожите Дельта. Уже иду. О, как хорошо. Используем для стрельбы вот эту позицию. Перехожу на позицию. Седьмой каток к стрельбе. Хорошая работа, Дельта. Замки деактивированы. Теперь переходите к следующей погрузочной станции. На подходе множество противников. Защищайте боеприпасы. Выйти из турели, командос. Так точно, продвигаем дальше. Работа. Теперь продвигайтесь ко второй погрузочной платформе.
за ними с фасадом. Я помогу Запалу. Спасибо за помощь, Дельта. Иду в укрытие, жду приказаний. Назад! Идем дальше, отряд Дельта. Вперед, вперед! Вторая погружающая платформа находится впереди вас. Наемники! Достать тяжелое орудие, Дельта! Дельта! Оружие на голову! Приготовиться к снайперскому маневру, Дельта! Сейчас я покажу, как надо стрелять. Побахнуться? Еще один убит! Перемещаюсь к указанной позиции. Хорошо, ящерица. Мертвая ящерица. Круто, сэр. Противник уничтожен. Жду гостей, Дельта 38. Перемещаюсь на позицию. Граната! Можете идти за. Оставить позицию, Дельта. Начать процедуры с Бакте, Дельта. Есть, сэр. Прекратить выполнение маневра, Дельта. Полностью вылечиться. Прекратить, Дельта. Ты, к Бакте, живо. Уже иду. Перемещаюсь на позицию. Построиться. Мы прикрываем вас, Дельта 38. Дельта 40 выстроил. Ты, к Бакте, живо. Применяю Бакту. Вот что мне было нужно. Построиться для наступления. Я обнаружил активные заряды. Похоже, что дроиды поставили на эти контейнеры взрывчатки. Вы должны захватить зону и обезвредить эти заряды, пока не поздно. Занимаю позицию, босс. Распределители дроидов были сброшены в вашей зоне. Они пытаются сдержать их с помощью этих турелей. Этот мощь. Сима готов к стрельбе. Можете идти за. Прекратить выполнение маневра, Дельта. Летайте гранаты отсюда, Дельта! Попахнуть-то? Этот рогашан не убит. Осторожно, отряд! Мы не можем позволить себе потерять эти боеприпасы! Осторожно, отряд! Мы не можем позволить себе потерять эти боеприпасы! Осторожно! Thank you.
Ложись! Думаете, этого достаточно? Наемники нападают с флагом. Новая бомба. Судя по сканерам, солдаты Тарфола находятся на погрузочной платформе прямо за этой насосной станцией. Продвигайтесь с осторожностью. Супер-дроиды! Пустите за ним. Отличный выстрел. Дроид устранен. Там держать. Занять снайперскую позицию, Камарис. Достать тяжелое орудие для тебя. Правильно, пусть этим занимается специалист. Прекратить выполнение маневра для тебя. Уничтожите Дельту. Еще один дроид ожа не убит. Прекратить, Дельта! Огонь из тяжелых орудий, Дельта! Пора использовать настоящее оружие! Прекратить выполнение маневра, Дельта! Запал на позиции! Нижний этаж полностью заперт, нам нужно подняться на тот мостик! Отлично выполнено, сэр! Ты, к Бакте, живо! Чаю Бакту. Ах, так намного лучше. Прекратить, Дельта. Начать процедуру с Бакты, Дельта. Уже иду, Дельта. Я засек какие-то сигналы. Похоже, вас ждет засада. Обеспечен нам снайперский огонь, Командос. Есть, сэр. Мы не можем допустить потерю Тарфула. Попробуйте его вытащить оттуда. Седьмой готов к стрельбе. Кажется, в конце этого мостика есть панель управления. Мы должны пройти туда и закрыть ставни на этих окнах. Принять снайперскую позицию, Дельта. Занимай позицию, босс. Тяжелых орудий, Дельта. Есть, сэр. Оружие на того. Уничтожим-ка их отсюда, Дельта. Сразу полосим, сэр. Дельта на 7 перезаряжается. Большие потери, сэр. У многих огнестрельные ранения. Прими Бакту, Командос. Простите, ребята. Мы спешили сюда изо всех сил. Дельта, к вам направляются стражники Грибуса. Срочно уведите оттуда Тарфула. А кто принял?
командир отряда. Красиво вышло. Прекратить, Дельта. Прекратить выполнение маневра, Дельта. Личная гвардия Датфола, которую удалось выжить. Они проводят его в военную комнату. Ваше новое задание – проникнуть на верхние уровни крепости. Уничтожьте всех противников. Если мы отвоюем это дерево, то мы обрежем их линии подставок. Дельта, сепаратистский корабль только что коснулся верхушки этого дерева. Поднимитесь наверх и уничтожьте его. Дарфул и его воины направляются в военную комнату. Оттуда они обеспечат нас разведданными и боевой поддержкой. Он оставил с вами одного Вуки, он будет вашим проводником. Вперед! Что-то для проводника он киловатт. Прекрати болтать, Дельта 62. В главной крепости слишком много сепаратистов, но в этой зоне есть определенное количество бойцов сопротивления Вуки. Будьте крайне осторожны со снаряжением. Вуки не позволят своим же стрелять по себе. Как же их понимаем? Отлично стреляете, босс. Видер попал. Умница. Что он сказал? Ай, наверное, это больно. Как ему удалось запихнуть сюда этого дроида-паука? Наверное, собрали его уже здесь, на месте. Сэр, эти баки после взрыва могут служить хорошим прикрытием для ведения огня. Уничтожить их, Дельта. Есть, сэр. Уничтожить их, Дельта. Перехожу на позицию. Как всегда готов, сэр. Стань там, Дельта. Граната. Осторожно. Сейчас взорвется. Граната. Красивый момент. Жду ваших приказаний. Проклятие, уберите этого Вуки из зоны огня. Хорошо, взломщик. Ты сам и попроси его отойти. Ладно, забудьте. Нужна перезарядка. Разберитесь с этим дроидом. Оказываю помощь за балу. Хватит хромать. Иди, прими бакту, солдат. Уже иду, лидер отряда. В боевой готовности. Теперь мне намного лучше. Отряд Дельта, очистите эту палубу. Какую еще палубу, сэр? Может, хватит болтать, Дельта 62? Уже иду.
Давайте начнем. Смотрю этот лядкий часок, в котором они падают. Красиво получилось. Меткое попадание. Вижу разрушителей. Еще один дроид-паук. Этот тип вооружения еще хуже всех этих мусорщиков. Какое-то оно бестолковое. Да для меня это все бестолковое. С тобой все ясно. Вижу дроид-паука. Прекратить выполнение маневра, Дельта. Дельта строится. Уничтожить их, Дельта. Перехожу на позицию. Ах, новые патроны. Этот мой. Атака с тяжелого орудия, Дельта. Попахнуться? Оружие на голову. Сейчас взорвется. Запала позиция. Граната. Осторожно. На тебе, на закуску. Прекратить выполнение маневра, Дельта. Оставить позицию, Дельта. Прекратить выполнение маневра, Дельта. Боевые супердроиды. Нарту требуется подкрепление. Некоторые из его вуки находятся в безвыходном положении. В корабельном ангаре, прямо впереди вас. Окажите им поддержку, отряд Дельта. Заряжаюсь. Сквозь попал точно в цель. Можешь принять пакту, Дельта? Что это было? Вуки в ловушке по ту сторону двери. Вы знаете, что делать. Проникните внутрь и уничтожьте противника. Зачистите комнату и помогите Вуки сбежать, прикрыв их. Помогло. Приступить к штурму двери. Приступаем к штурму двери. Детонатор установлен. Всем назад! Граната брошена! Штурм завершен! Вперед! Так вот что такое тяжелый металл! Вам нужно взорвать эти распределители дроидов, пока они не развернулись. Можете идти, Зак. Дроид ликвидирован. Мы сможем уничтожить их отсюда. Перехожу на позицию. Мы потеряли друга. Вуки мертв. У одного Вуки еще есть шанс улететь на оставшемся корабле. Тогда дадим ему этот шанс. Назад! Отряд Дельта, уничтожили их отсюда. Перекажу в указанной позиции. Благодарю за помощь. Буду брать пример с вас. Давай устраню. Просто из-за вкуса. Мы потеряли шмор. Пора утилизировать эти ведра с гайками. Держись, Смой. Как всегда, отличная работа, Дельта. Кажется, главная дверь сломана, Дельта 38. Вам нужно воспользоваться служебным коридором. Выполните быстрое проникновение в служебный коридор, взорвав один из больших топливных баков. Судя по сканерам, тот, что справа, пуст. Это лучшее, что я могу предложить. Думаю, мы с этим справимся. Прекратить выполнение маневра, Дельта. Укрытие, Дельта! Банк взорван. Вперед!
Можешь принять пакту, Дельта? Есть, сэр. Уже иду. Понял, сэр. Лучше пакты нет ничего. Теперь мне намного лучше. Дельта 40 выздоровел. Серьезный пройти через детский сад крепости. В смысле, это там, где они держат своих маленьких пукинят? Нет, там они держат ростки деревоброшек. У Вуки это в прямом смысле сад. Уничтожить их, Дельта. Против меня у них нет ни единого шанса. Спасайся. Как всегда готов, сэр. Обеспечен снайперский огонь, Командос. Перемещайся к указанной позиции. Дельта 62 выбыл. Свяжитесь кто-то со штабом. Пусть там заменят командира. Меткое попадание, Дельта 38. Наемники нападают с флангов. Отряд Дельта, уничтожим их отсюда. Занимай позицию, Вуки. Боевой готов. Любишь летать, люби и падать. Цель уничтожена. Этот убит. Оставить позицию, Дельта. Уничтожить их, Дельта. Уже иду. Сейчас рванем. Мера. Мы сможем уничтожить их отсюда. Перехожу на позицию. Стань там, Дельта. Перехожу на позицию. Седьмой готов к стрельбе. Вы это слышали, босс? Такой звук, будто они пытаются взломать дверь. Мы можем бросить гранату прямо в центр этой толпы, сэр. Прекрасная идея, взломщик. Вас понял. Взрывчатка заложена. Назад! Внимание! Мы вошли. Зачистим это место. Впереди ящерица. Красивый выстрел. Можешь принять пакту, Дельта. Уже иду. Нужна перезарядка. Есть, сэр. Благодарю, сэр. Еще один убит. Летать-то легко. Сепаратистский крейсер подключен к электросети дерева. Он качает слишком много энергии. Ее не хватит для активации защитных турелей. Таршул сообщил нам, что в этом служебном коридоре должны быть запасные генераторы. Долго они ждать не смогут. Ставлю заряд. Назад! Граната! Вперед, уничтожим противника! Прекратить выполнение маневра, Дельта. Жду гостей, Дельта 38. Занять бронебойную позицию, Дельта. Моя любимая, сэр. Оружие готово. Прекратить выполнение маневра, Дельта. О-о-о, вот это огромный! Попробуйте увести его в другую комнату. Там можно занять несколько Трандашани явно не славится своим терпением. Играю свою работу. Седьмой спасает взломщика. Еще секунду. Прихожу в укрытие. Дельта 40 готов исполнять долг. Отличись, Дельта. Понял, сэр. Так-то сделала свое дело. Сепаратисты отключили генераторы, поэтому вы должны сломать их и активировать. Штурмовой заряд установлен. Назад! Граната! Дверь открыта, можем входить. Трандашанские наемники! Оружие, Дельта. Жду гостей, Дельта. Подготавливай оружие.
Мы сможем уничтожить их отсюда. Вот и первый запасной генератор. Взломайте терминал генератора и включите его. Как всегда готов, сэр. Прекратить снайперские маневры, командос. Огонь из тяжелых орудий, Дельта. Пора использовать настоящее оружие. Прекратить выполнение маневра, Дельта. Уничтожим-ка их отсюда, Дельта. Подготавливая оружие. Перемещаюсь на позицию. Достать тяжелое орудие, Дельта. Перехожу на позицию. На позиции. Держитесь, Дельта! Крылатое ничтожество! Жучара мертв! Прекратить, Дельта! Жучара в воздухе! Принять снайперскую позицию, Дельта! Сейчас я покажу, как надо стрелять. Хорошая работа, Дельта! Запал выбыл из боя! Геназианское отродье! Вылечиться! Занять снайперскую позицию, команды! Есть, сэр! Метко стреляйте, сэр! Помогите! Еще хочу! Они попали во взломщика! Прикрывайте свои спины, Дельта! Иди, прими банку, солдат. Уже иду. Я и не знал, что это умеет летать. Начать процедуры с Бактэ, Дельта. Уже иду, лидер отряда. Уже иду. Я вылетел. Седьмой готов идти дальше. Бактэ делала свое дело. Занять снайперскую позицию, командос. Этот мой. Можете идти за мной. Держитесь, Дельта! Используем для стрельбы вот эту позицию. Занимаю позицию, босс. Абориген убит. Случай, бейте, я его помогу. Приготовиться к снайперскому маневру, Дельта. С огромным удовольствием, сэр. Это убит. Можно перезаморить свою позицию, сэр. Как всегда, готов, сэр. Запал ранен. Получай, тварь! Срочно в цель, сэр. Я помогаю Дельта 62. Бой готов. Дельта 40 попали. Уничтожим этих жучар, Дельта. Мне не надо. Дельта на 7 ранен. Хоть кто-то, помогите ему. Занять снайперскую позицию, командос. Подготавливай оружие. Мы их уничтожим, отряд Дельта! Думаю, пора выбрать нового Дельта-лидера. Жучара убить! Перезаряжаюсь. Принять снайперскую позицию, Дельта. Я сейчас же нужна помощь. Это жак ранит. Помогите ему хоть кто-нибудь.
Возможно, я ненадолго задержусь. Готов к истреблению противника. Генератор бета включен. Вот это я имел в виду. Прикиньте, электрогенератор внутри дерева. Разве не странно? Седьмой, когда это все закончится, я позабочусь, чтобы тебе дали отпуск. Вернитесь в главный передок, продолжайте движение. Я готов идти, Дельта. Правило 39. Никогда не отказывать от пакта. Можешь принять пакту, Дельта. Уже иду. Седьмой готов к сражению. Вернитесь в главный коридор, Дельта. Дельта, ждите от вас позиции. Заниматься, 38. Стоим там, Дельта. Есть, сэр. Хотя такое оружие не игрушка. Тварь убита. Шестый жертв, сэр. Враг нейтрализован. Обеспечь нам снайперский огонь, Командос. Уже иду. Уничтожить Дельта. Уже иду. Прекратить воронные маневры, Дельта. Ложись! Тяжелых орудий, Дельта. Есть, сэр. Хотя такое оружие не игрушка. Как всегда готов, сэр. Отряд, заряд пошел. Проклятие! Поверить в это не могу. Что делать, седьмой? Я сбился со счета мной убитых. Единицы обнаружены. Войска Тарко вступили в бой с противником в следующем ангаре. Пройдите в ангар и прочистите для них путь. Еще один ангар? Что ж поделаешь, буки любят строить ангары. Построиться для наступления. Есть, сэр. Зовет. Он сказал, что если вы взломаете эту дверь, то сможете обойти засаду. Такое изменение маршрута мне по душе.
Заряд заложен. Назад! Внимание! Вперед! Устрани противника! Обнаружены вражеские дроиды. Занять снайперскую позицию, командос. Подготовленное оружие. Вот и мертвые дроиды. Так, держат! Вы молодчина, Пот. Уничтожить их, Дельта. Есть, да. Сейчас я покажу, как будет стрелять. Метки драться. Прекратить снайперские маневры, командос. Прям как в симуляторе. Поторопитесь, Дельта. Этим Фуке нужна ваша помощь. Похоже, что уже не нужна. А эти волосатые чудики здорово держутся. А-ау. Это генерал Гривус, и кажется, он не один. Сепаратистские предатели. Сэр, Гривус убегает. Я потерял след, проклятие. Я сообщу об этом Вуке. Увы, ничего не поделаешь. Забудьте об этом и сконцентрируйтесь на выполнении главной задачи. Заставьте их поплатиться за это, Дельта. Они используют тактику проволочек, Дельта. Офигительно хорошая штука, должен отметить. Как всегда готов, сэр. Соберитесь, Дельта. Нам нужно добраться до верхушки дерева и сбить этот корабль. Дельта, впереди вас есть грузовой лифт Вуки, который вы можете использовать, чтобы подняться на верхушку дерева. Сепаратисты использовали его для транспортировки дроидов по дереву. Захватите управление лифтом и поднимитесь на нем как можно быстрее. Прекратить, Дельта. Скольких я убрал? Я отбился со счета. Дельта, выстроиться. Так точно, иду дальше. Вперед! Приступить к штурму двери. Приступаем к штурму двери. Детонатор установлен. Назад. Граната. Вперед, устрани противника. Хватит хромать! Иди, прими бабку, солдат! Ничего с помощью бабки.
Включаю Акту. Из четырех платформ вы найдете двойную ракетную турель Вуки. Только совместный огонь из всех четырех орудий даст нам хоть малейший шанс уничтожить этот боевой корабль. Поднимайтесь, Дельта! А почему мы никуда не едем? Седьмой, нажми кнопку. О, простите, сэр. Вперед, вперед! Мы добрались до верхушки, сэр. Мы сможем уничтожить их отсюда. С огромным удовольствием, сэр. Метайте гранаты отсюда, Дельта! Уже иду. Уже иду. Прекратить снайперские маневры, командос. Огонь из тяжелых орудий, Дельта. Есть, сэр. Хотя такое оружие не игрушка. Запал на позиции. На позиции. Граната! Граната! Граната сейчас рванет. Железяки проклятые! Занимай Дельта 38! Место попадания, вот! Потеряли Дельта лидера! Отряд, заряд ошёл! Поручаю Дельта 38! Перезарядка! Мертвячина! Это дроиды-разрушители! Держитесь, Дельта! Ведро с болтами! Уже иду! Запал на позиции! Граната! Уложи! Противник ликвидирован! Прекратить, Дельта! Поручаю Дельта 40! Можете идти. Дельта 62 спасает седьмого. В очередной раз. Начать процедуры с Бакты, Дельта. Есть, сэр. Уже иду. Теперь мне намного лучше. Применяю Бакту, сэр. Отличись, Дельта. Я уже думал, что вы никогда этого не предложите, сэр. Лучше Бакты нет ничего. Теперь мне намного лучше. Вижу разрушителей.
Эта турель твоя. Вас понял. Начать штурм двери, командос. Будет сделано. Детонатор установлен. Назад! Граната брошена. Штурм завершен. Вперед. Осторожно, Дельта. Уничтожить их, Дельта. Есть, сэр. Огонь из тяжелых орудий, Дельта. Хороший план, сэр. Запал на позиции. Прекратить, Дельта. Отряд Дельта, уничтожим их отсюда. Есть, сэр. Прекратить выполнение маневра, Дельта. Продвигаемся дальше. Принять снайперскую позицию, Дельта. Это смог. Перемещаясь к указанной позиции. Оружие готово. Можно бы его убрать, сэр. За вами, Дельта 38. Аллерген устранен. Меткое попадание. Сильдельта ранен. Член отряда не способен. Прекратить, Дельта. Как нас учили. Перехожу в укрытие. Вперед! Перезаряжаюсь. Звучик, я встану за эту турель, сэр. Хватит ломать. Иди, прими вахту, солдат. Есть, сэр. Благодарю, сэр. Готовьте огонь. Тому, кто поставил здесь бакт автомат, нужно памятник поставить. Иди, прими бахту, солдат. Уже иду, лидер отряда. Бахту принял. Уничтожите Дельта. Побахнуться?
Прими бафту, командос. Уже иду, лидер отряда. Перезарядка. Бакту принял. Огонь из тяжелых орудий, Дельта. Уже иду. Цель под прицелом. Антиракета хороший выстрел. Дельта 62 ранен. Хоть кто-нибудь, окажите ему помощь. Достать тяжелое орудие, Дельта. Уже иду. Дельта-62 становится за ракетную турель.
за эту турель и уничтожь корабль. Сконцентрируйте огонь на цели. Щиты корабля сняты, отряд. Не снижаем темп. Отряд Дельта, судя по сканерам, его обшивка на грани пролома. Вы практически его уничтожили. Продолжайте стрелять. Цель определена. Цель захвачена. Ракеты запущены. Нет ничего лучше слаженной работы одной команды, Дельта. А разве это была слаженная работа одной команды? Хватит болтать, Командос. Что теперь, сэр? Будем ждать дальнейших указаний, Дельта-40. Отряд Дельта, соберитесь с позиции Дельта-38 для эвакуации. Босс, у меня возникли проблемы. Седьмой, ты где? В секторе полу противников, сэр. Босс, его сигнал потерян. Ну так снова отыщи его, проклятие. Отряд, собираемся. Мы идем спасать седьмого. Нет, нет, Дельта-38. У вас новое задание от генералов джедаев. Покинуть зону. Эвакуируйтесь немедленно. Мне плевать, даже если это задание от самого магистра Йоды. Вообще-то задание именно от него, солдат. Так что живо выбирайтесь оттуда вместе с отрядом. Плевал я на этот приказ, взломщик. Он прав, босс. Нам необходимо эвакуироваться. Сэр, мы должны вернуться за ним. Дельта-лидер, утихомирьте свой отряд. Из-за одного Командос не стоит рисковать всей операцией. Одного Командос? Речь идет о моем родном брате. Подождите, подождите. Советник, что вы подразумеваете под словами всей операции? Поверить не могу. Ваша группа сыграла роль передового отряда в полномасштабном вторжении республики. Мы строго-настрого приказали не говорить вам об этом. Ваше задание заключалось в разведке, необходимости в выполнении операции. И вот теперь и началось само вторжение. Десантный корабль республики держит курс 6. Противник по правому борту, приготовьте орудие и открыть огонь через 2 секунды. Осторожно, правый лидер, они взяты на хвосте. Стройте истребители, они в отметке 0.2. Осторожно! Босс, поглядите, это же вторжение! Захват города был всего лишь началом. Да я столько кораблей не видел за всю свою жизнь. Да, сэр. Да, я прямо сейчас вас соединяю. Слушайте внимательно, Дельта. Все силы республики. Соединение передовой укрепить Кашир вслед. Это действительно то, о ком я думаю? Встретиться с отрядом Дельта мы должны. На помощь их надежды мы возлагаем. Вуки свободы. Жертвовать нельзя. Простите, Дельта, похоже, вам придется вернуться в бой. У вас новое задание. Отряд Дельта, приготовиться к бою.